Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, do you ever go toe-to-toe with a red man? Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. Здравствуйте, уважаемые, это с вами снова Любопытный Геймер. Вы смотрите очередную часть прохождения Call of Juarez Gunslinger. Так получилось, что вот эта конкретная серия не будет представлять собой слепое прохождение, как это у меня обычно бывает. Дело в том, что при записи у меня возникла ошибка, и поэтому я вот эту часть, вот этот эпизод прохожу, выбрав его отдельно из воспоминаний. Единственное отличие, кроме того, что я уже знаю, что здесь будет от слепого прохождения, это отсутствие здесь секретов, которые я уже собрал, все 4 штуки, то есть я обладатель 4 дополнительных шляп, но я думаю, нам это не помешает. Так. То есть шляпы я соберу заново, ну и отлично. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The US Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony. And the slaughter was unspeakable. I understood his anger. As there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. О, волчик. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. Так, ну что же, придется в этой части бороться с индейцами. Хотя индейцев я, в общем, уважаю. Правда, смотря каких, не знаю. Индейца отступник, в общем, это не означает, что он там кого-то там предал. Наоборот, он слишком яро защищает интересы своего народа. Ну, смотря для кого слишком. Для себя, наверное, уж точно не слишком, потому что у него и дочь убили, и вообще. Ну, короче, кругом уроды. О, гравированный рейнджер. А я в прошлый раз его здесь не находил. Это ж прелестно. Ладненько. Ну, с Богом. They saw me before I saw them. It crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. Да что ж такое? Я что, их не зарядил? Вот дурило. There was no backing down. Ой, какой упрямый, а? Вы поглядите. Меня чуть не грохнули, честное слово. Да выпустите же меня из этой дыры. Блин, я застрял. Отлично. Так. Вот единственный минус. Мне не дают больше опыта. Ну, оно, в общем, логично. It was rugged country. The winter home of the Chiricahua. Весь свой. And that's why they had retreated there. Опыт здесь я уже заработал. I admit to having some regrets about going after them the way I did. But then again. Отлично. I got a lot of those.
Ух ты ж, ёлки-палки, выскочил он неожиданно как. Раз, пошли на дело. Два больших индейца. Захватив с собой топоры. Ну, теперь-то они не выскочат, не пойми откуда. О, видали? Открывается просто. Что? Ты еще живой? Нет, уже не живой. Так, ну это отлично. Бах. Deep crevice that led to a deeper cave. Что? Вот, блин, настойчивые какие, а? Ладненько, тут мы поаккуратнее пойдем. Воу. Во. Вот он. Проход в горах. Бах. 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 Вот так вот. И не зря сразу четверых грохнули. I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. Да, у них тут хорошее освещение. Так, палим. Дробовик, динамит. Вообще говоря, странно. Мне сказали, что я смогу заново собрать секреты. А там вот как раз должна была быть шляпа. Ну хорош уже. Отстрелялся. Ой, что-то вы все попадали как. How big was this cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian Wars. Большая, да, действительно, пещерка. Ну хорош. Притаились, да? Во. Вот это эффективно. They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? Ух. I was more concerned with the live ones than the dead. Не надо меня стрелять. Во. Так, и ползем дальше. О,
О, неплохо так, по-моему. Расправились с ними. Ну, хватит, хватит тут. Кричит что-то. How come you know so much about engines? A few years back, I was married to two Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Religion is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued him into the Cave of Death. Так, шестизарядник обычный. Ну вы что, думаете, я на это куплюсь? О, друзья мои, тут вот сейчас вот, наверное, будет. Да не наверное, точно. I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows. And I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. Ух, ё. As his story unfolded in my mind. You will come to this place again and kill me. Бесконечное тут. And the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if the eye had no tears. He said I was a great warrior. A coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior. Самое крутое, что здесь бесконечное вот это вот. При этом я зарабатывал опыт. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverine. They couldn't stop me though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. Ух, блин. Так, перезаряжаемся. Для решительных действий. Ну, держите. Отлично. Ну что? I couldn't see any way out of this trap. But suddenly one just appeared. Опа. Это вообще прикольно очень наблюдать, как Сайлос сочиняет прям на ходу свои эти байки, травит ковбойски. Это отличный все-таки постановочный ход. Такого я вот не припомню, чтобы где-то было сходу. Не исключено, что что-то подобное встречалось уже, по-моему, в игре под названием Bard's Tale. Была такая тема, но не совсем такая. Там... Ох, ё-моё. Так. Топаем, топаем, топаем за этим орлом. Ощипанным. Mumbo Jumbo is right. Are you making this all up as you go? A few details may be fuzzy. Ему уже не верят толком. Не особо ему верят. Его слушатели. There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens? Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least three or four. Well, more than that, little lady. Так, сейчас он докажет, докажет он, что их было больше, чем три или четыре. Yeah.
Так, отдышимся. Но пока пока есть передышка, перезарядим оружие. Отставим. I had a steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. Так, и вот. Видите, да? Ну, все нормально. Поляны, как обычно. That crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches around. Ooh. 100? God be my witness. Oh, come on. Who are you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? Дайте мне перезарядиться. 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. Так. Не подходи ко мне. Еще минус один. Отлично. Уйди. Они появляются, блин, из ниоткуда. Давай, 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 Сайлос. Да блин. О. Что, вроде все, да? Да ёлки-палки. Вот он не устает сочинять-то, а? Фантазер великий. Да, вот тут вот одна из шляп была. Бежим, бежим в погоне за серым волком. Почувствуй себя красной шапочкой. Опа. И нету. Вот так вот. Never did find him, and never did collect my goddamn bounty. Беда, конечно. Ну, а мы зато прошли очередную серию. И на этом, как обычно, останавливаемся и ждем возможности пройти дальше. Ну, я думаю, серого волка мы все-таки поймаем. А пока прощаюсь с вами. Это был Любопытный Геймер. До связи.